я тебя для того воспитал, чтоб ты веру и истину сберегла. Бог тебе стать царицею дал, Он тебе дал величие и даже власть. Не за тем, чтоб ты в неге жила, не за тем, чтоб ты только одна спаслась, но спасение другим принесла. Если ты промолчишь в это время, через других спасение придет. И не ради ли этого дела Бог величие царство дает. Жизнь твоя должна прокричать о спасении для нас в этот час. Так иди, пожертвуй собой, чтоб народ остался живой. Так иди, пожертвуй собой, чтоб народ остался живой. Нам сегодня все те же звучат слова, что тогда услыхала Есфирь. Всякий страх победила тогда она. Мы должны победить павший мир. Бог нас спас и очистил не для того, чтоб прожили мы жизнь для себя. Каждый должен быть тем, кто сказать готов: пусть Господь посылает меня. Если ты промолчишь в это время, через других спасение придет. И не ради ли этого дела Бог величие царство дает. Если ты промолчишь в это время, через других спасение придет. И не ради ли этого дела Бог величие царство дает. Жизнь твоя должна прокричать о воскресшем Христе в этот час. Так иди, пожертвуй собой, чтобы церковь стала живой. Так иди, пожертвуй собой, чтобы церковь стала живой.